сообщение. Поспать не дают. Пойду разберусь. Я представлял себе войну, но я не представлял себе войну.
такую войну. Все ее ждали. Но никто не ждал, что вот так, сразу. Просто и страшно. Я бежал в этот дом. Это место сбора на случай войны. Так было написано в штатном расписании. Но это расписание осталось там же, в уже разрушенном доме. Нельзя! Пусти их горать! Пусти! Без командира оружие не выйду! Быстро! Оружие мне было не положено. Первый взвод 133-го ко мне! Но у меня было свое оружие. Разрешение на которое не требовалось. Кажись, стихло.